Ikon bij de Finnen gaat serveren. Prima paas, snelle bal van de spelverdeler. Het punt is voor Oranje. En zo staat Nederland in plaats van dat ze... Znowu świetna zagrywka naszego rozgrywającego, świetna. Oj właśnie, to jest to granie na góreczek. В нашу российскую суперлигу будет выступать за столичный Динамо, но он со сборной. Другое дело, что вот не помешало бы там лидер бы сборной Голландии такой запоминающий. Ну вот, хотя Линели вот сейчас в свою очередь подает. Блестящая атака. Мощная атака, но Абдель-Азиз, мы уже говорили, обманный удар. Абдель-Азиз вновь ломится через блок, и на сей раз удачно слетали так французы. Было кому это делать, как... игроку, диспетчеру. Ну, здесь все более штатно, хороший прием. И вновь. Голландский диагональный. И вот блок сборной Голландии. 11-9. Вновь подбирается к сопернику. Получается и выйти вперед имеет возможность. Да, делает это диагональный сборной Нидерландов. 12-1. Вновь Абдель-Азиз, там несколько касаний у Клевино было.
Чемпионов Европы игра изменилась достаточно серьезно. И вновь Абдель Азиз просто неудержим. При удобном случае будут думать, что Таники будет его заигрывать. Неиссякаемый просто силу Абдель Азиза. Коридорчик оставался, использовал его. Здорово, все в бое. Абдель Азиза все понятно. Это не самый простой удар все-таки был. А здесь? Нет. Можно Абдель Азиза в атаку подключить. Я блоковал 24-21. Вот настоящий карман. Это пока ничего не получается. Хотел ход пролезть, закрыли там. Че, честно говоря, даже ожидать не приходилось. И Абдель Азиз, естественно, свой шанс использует, оставшись на одном блоке. Прыгать вопрос, но шанс у голландцев остается. Абдель Азиз блок не замечает. 23-21. И такой... Хотя именно там у него с атакой не очень все ладилось. Но посмотрим, как будет сейчас. Сейчас все в полном порядке с первой попытки. Сравнивает Абдель Азиз счет, в который уже раз 3-3. Согласитесь, сегодня спорных моментов, вот именно связанных с касанием блока, был или не был для такого задержания.